Купить билет на электричку теперь можно будет по банковской карте. Компания «Экспресс Пригород» установила специальные терминалы для безналичного расчета. Теперь при покупке билетов в автоматах пассажиры могут рассчитаться как деньгами, так и банковской картой. 40 аппаратов для этого модернизировали, а 12 приобрели специально. Для оплаты проезда в терминале пассажиру необходимо ввести свой маршрут, выбрать функцию оплаты банковской карты. Новые электронные кассы уже работают на 33 железнодорожных станциях Новосибирской области. Как уточнили в транспортной компании, обслуживание в терминалах не предполагает скидок для льготников. Им для покупки билетов необходимо обратиться в кассу и предъявить документы, подтверждающие право на скидку.